все верно. Так, пока мы отправляли ребят на второй круг, на так называемый второй штрафной круг, да, на поле выходит сборная коробка тех самых людей с бердышами. Интересно. Конечно, я думаю, у наших зрителей есть такой стереотип, что бердыш — это прям неотъемлемое оружие стрельца 17 века. На самом деле это не так. Конечно же, он присутствовал, существовал, но не был настолько распространен, чтобы каждый пехотинец